В Сочи во всех районах курорта Центр соцобслуживания проводит встречи в советах ветеранов и инвалидов города. Здесь нуждающимся пенсионерам рассказывают о бесплатных услугах центра. Это помощь на дому в решении бытовых вопросов, а также медицинских и правовых. На бесплатную помощь могут рассчитывать ветераны и инвалиды, чей совокупный доход не превышает прожиточного минимума. Для того, чтобы получить социальное обслуживание на дому, либо социальные услуги разового характера, нужно пройти процедуру признания нуждаемости, которая осуществляется через Управление социальной защиты населения в Центральном внутригородском районе. Вот. Документы, необходимые для признания нуждаемости гражданина, помогает оказывать специалисты нашего учреждения. Также на базе центра проводятся различные мероприятия по интересам для пожилых людей. Это клуб рукоделия, поэтический клуб и другие. Также есть отделение помощи неблагополучным семьям. Здесь помогут в сборе документов и оформлении социальных пособий. Все вопросы можно задать в офисе Центра соцобслуживания на улице Конституции, 28.